Эффективно управлять учебным учреждением и грамотно взаимодействовать с педагогическим коллективом, а также с родителями учеников. Руководители пензенских школ прошли двухдневный тренинг по повышению профессионального мастерства. Данный тренинг проходит в рамках повышения профессионального мастерства руководителей школ, тех людей, которые всегда находятся на публичном обозрении, те, которые непосредственно взаимодействуют с педагогами, с родителями, с представителями социума, жителями микрорайона. И, конечно же, это накладывает определенный отпечаток на профессиональную деятельность и заставляет уметь общаться с любой аудиторией, с любым электоратом. В качестве ведущего пригласили тренера коммуникационных программ из Московского института русского языка имени Пушкина. Профессиональное общение длилось 2 дня. Первое – это пиар-безопасность и грамотность, а также управление имиджем педагога в социальных сетях. Сегодня мы этим занимаемся. Вчера мы занимались, отрабатывали различные варианты ответов на неудобные вопросы. А, честно говоря, взаимодействию со своей целевой аудиторией, которой являются жители района, родители, дети, также коллеги, педагоги. Неудобные вопросы для каждой школы свои, но есть ряд универсальных, с которыми может столкнуться каждый директор. Из серии «Сколько вы зарабатываете?» – извините, вопрос. Или вопрос о том, что уберите Марию Ивановну, как мы говорим, учителя из класса, либо переведите к нам Марию Ивановну. Эти вопросы, как правило, большинство аудитории являются интересными. Второй рабочий день посвятили хитростям общения школьного директора с 5 группами. Журналисты, соседи, родители, дети и коллеги-педагоги. Я бы хотела для себя научиться работать с теми, кто обычно занимается троллингом в интернете, потому что нам и с этим приходится сталкиваться, как отвечать на неудобные вопросы, как взаимодействовать с такими людьми в сети интернет. Столько интересных вопросов, столько сомнительных вопросов, на которые нас учат отвечать. И вот вчера были неудобные вопросы, сегодня пиар-компания. Я думаю, вот то, что мы за эти 2 дня получили во время этого тренинга, мы обязательно будем применять в практике. И я думаю, проблемных ситуаций будет намного меньше. Этот визит московских коллег в Пензу ответный. В январе руководители 20 общеобразовательных учреждений города проходили в столице повышение квалификации по программе «Эффективные руководители системы образования». Екатерина Сорокина, Петр Голубев, Михаил Монаков, ТВ «Пенза».